На пути к мечте. Сотрудничество авиационных классов с детским технопарком «Кванториум» помогает воспитывать будущих авиастроителей. Подробности у наших корреспондентов. Несколько лет назад в двух школах Комсомольска-на-Амуре появились авиационные классы. В Ленинском округе на базе 16-й школы, а в Центральном – на базе инженерной. Обучение проходит в очном и заочном формате. Очное посещение рассчитано на старшие классы, то есть 10-й и 11-й. А в виртуальном авиаклассе могут заниматься дети с 8-го года обучения. Для них мы составляем программу на 2 года, программа для 10 класса, там различные мероприятия технической направленности, знакомство с производством, различные экскурсии, квесты, интеллектуальные мероприятия. В виртуальных авиаклассах сейчас обучается 7 человек. Среди них и Александр Донских. Он посещает все мастер-классы, квесты, экскурсии на завод. Говорит, что на базе технопарка всегда интересно заниматься. Для него это дополнительная возможность задать вопросы преподавателям напрямую и усовершенствовать свои навыки в авиастроении. Есть любовь к авиации. У единственного из семьи. То есть ни у кого не было. Я вчера узнавал маму. Почему? У кого-нибудь в семье были интересы? Нет, дед был подводником, остальные ЖДшники. Павел Иванов учится очно. Его любовь к авиастроению прививалась с малых лет. Ведь его родители – сотрудники завода имени Юрия Гагарина. Для меня авиация – это что-то своего рода семьи. И авиацию я очень хорошо понимаю, я хочу строить самолеты, так как у меня есть к этому стремление и желание. Сегодня на базе «Кванториума» у учащихся авиационных классов есть возможность на практике проверить свои знания. Здесь их обучают 3D-моделированию, знакомят с элементами проектирования и основами работы на станках с числовым программным управлением. Такое мероприятие дает ребятам возможность уже попробовать и познакомиться с той профессией будущей, которую они выбрали, с инженерной, авиационным направлением, познакомиться с тем оборудованием, с той работой, то есть познакомиться непосредственно с будущей профессией, чем они могут заниматься. Инициатором так называемых встреч с профессией стал авиационный завод имени Юрия Гагарина. Сотрудничество с детским технопарком предприятие начало в 2016 году. Для специализированных авиационных классов также проводятся и другие образовательные мероприятия, такие как квест «Технологии будущего», где учащиеся в игровой форме знакомятся с новым оборудованием и программами. Виктория Назарова, Валерий Тугушев для выпуска новостей.